«Балет Гала 2009», шедевры мировой хореографии. Мария Александрова, Дмитрий Гуданов, звезды русского балета. 27 октября, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Телеверсия на канале «Культура». Чуть слышится звук, и в сознании рождается музыка, воздух наполнив отсюда до мест незнакомых. Они не от мира сего, свет небесный в глазах, а руки земные, прекрасные руки. В мире музыки было много имен и произведений, ярких звезд и посредственностей, гениев и непризнанных талантов. И только время, обладающее абсолютным слухом, ставит все на свои места. Музыкальный альманах «Абсолютный слух». Ведущий Геннадий Янин.